С вами Дархан, это игра Мутанты Генетические Гладиаторы. Так, посмотрим, каких мутантов я получил. Ну, точнее, один еще скоро получу через 3 часа. За то, что за зимние события. Получил его за 400 ине, которые я насобирал на заданиях. Сейчас задания обновились. Так, надо выиграть 90 сражений, я пока что 70. И 5 и 100 уничтожить галактиков. Осталось 95. Так. Посмотрим мутантил. Сейчас мутантопедия. Где тут она? По-моему, нежить. Так, а ну-ка. Не тут. А ну-ка. А, вот сборщик. Вот этого получил за 30 золотых в подарок. Не помню, який день или позавчера. Кажется, позавчера. Так, из его истории. Сборщик выбрался на арену из недр-ката... Катакомб, он забирает себе души всех мутантов, осмелившихся встать на его пути. Берегитесь их, ведь разгневанные пленные духи способны наложить ужасные смертоносные проклятия. Ладно, пока у меня, наверное, слабенький тайм. Так что я не знаю, насколько он сильный, буду на 24 уровне. Так. Пока что я и УЦ проходю. И то, и то. Так, а ну-ка. Так, а ну-ка. Сейчас подожду я. Так. Вообще я хочу у цього мутанта получить за 100 цих жетонів. Если получится насобирать, конечно, вовремя. Так. В бой. Так. Выбираю тебя. Так. Наверное, вот его тоже выберу. И думаю, я все-таки улучшу сборщика. Проиграю так проиграю, выиграю так выиграю. Так. Так, все атаки почти на него, на сборщика. Ладно, ну я так и думал, что его убьют, он еще слабый по жизни. На новом опыту тут атакую одновременно. Вот и все. На уровне его все равно лучше. Еще один бой. Так. Лорд Преисподний золотые почти не пострадал. Так, а ну-ка. Кстати, чем выше уровень мутантов, тем больше вы будете получать серебра. А чем больше серебра вы будете получать, тем быстрее вы будете улучшать их. Ну там, здание, чтобы получать уровень. Пока что я улучшу здание, чтобы получать уровень до 24-го. Так что максимум у меня мутанты могут только до 24-го уровня улучшаться. О. Генгалактика. Неплохо, я даже не заметил. Так. И еще раз. Так. Ну, у меня, наверное... А, после этого боя, если выиграю, получу уже его 9 уровня. Ах ты ж. Хотя удар слабый. Слабенькие удары пока что. Но это пока что не самый максимальный уровень, только половинка.
Так, двоих убил, одна осталась. И все. Так, 9 уровень, но неплохо. Так, C50 требує, пройшов із там возможних. Так, ладно. Например, ви можете ще купити білети для прохождення. Ну, точніше, пропуски. І все, у вас 25 білетів, і можете грати далі. Якщо, звісно, нас вирало 200 тисяч золотих. Фу, блін, 200 тисяч серебряних. Так, а ну-ка. Начну, выберу своих классических. Какие выборы? Я что-то за демонов самый живучий, что у меня. Так, а ну-ка. А вот Не, думаю, за цей бой я его не улучшу до 10 уровня, но смогу, наверное. За два боя. Блин, на него атакуют. Не, ну, ладно. Ах ты ж чихуахуа трёхголова. Так. Ну, чихуа я убью. А, у всех одним ударом получилось. Так, ну, все, что я хотел, я знаю, сделал. До 10 уровня дошел, и он получил поток душ. Ага, вот это его атака. Так, ну еще один бой. Так, лорда преисподней, Ариаса. Так, и можно еще кого-то улучшить. О, Бак Моррис. Тоже неплохой боец против демонов, если честно. По-твоему, это удар, сучка. Вот это удар. И я победил. 2, если вы играете за демонов, как я, то Бак Моррис из рубак, и все рубаки это главные враги демонов. Вы на меня не сможете просто так победить. В любом случае, надо понимать тактики и все такое. А я не очень люблю тактики, так что, например, сейчас покажу. Так, а ну-ка. Если, например, рубаки, то демона лучше не ставить. И рубаки ну, например, 80% могут победить моих самых сильных демонов. А это Ориаса 24 уровня. Мокрушника 24-го тоже, и лорда преисподняя 0-4 золотого. Так. Ладно, через 3 часа. А я ускорю. Почему бы нет? Теневой шаман, я получил теневого шамана. Вот як цього мутанта зовут, если честно, я не знал, мне понравился его скин или что-то такое. Блин, даже не знаю. Особое. Ага, подарка пока что особого нету. Ладно, я, может, подивлюсь, кто такой теневый шаман, из какой лиги тут он. Ну так, не с первого поколения, не. Точнее, второе, если так подумать. Ладно, первое поколение скрещенных мутантов. Вот так, як-то. Так, нет, точно не отсюда. Ага, humans. Точно вот этого. Какого мутагена? Такого необычного мутанта мир еще не видел. Пусть он не отличается хорошей аэродинамикой, но он лучше, сильнее и быстрее любого другого мутанта в мире. До сих пор остается неясным, человек это или машина. Так, эй. Никто так и не осмелился подойти к нему и потрогать, но если этот мутант будет
На вашей стороне считайте, что вам несказанно повезло. Так, не понял, что со звуком. Ладно. Так. Ладно, музыка щось пропала у мене, ладно. Так. Не, не з третього покоління. А, от этот тіньовий шаман. Легендарний облік. По суті, від золотого нічим не відрізняється. Саме лучше це, звісно, платиновий. Зато тепер у мене буде перо і мутант. О, так він ще й демон. Це вже хорошо. Хоча треба подумати, яким він буде на 24-му уровні по силі. Или хоча б на 10-му. Тоді вже вирішу, як його використовувати. Так. Ладно, будеш ти. А, хрен з ним. Блін, точно. Не хватає міста, я не буду покупати. Покажу міста, щоб мутантів хранити. Так, лорд преисподній, а нахрена мені два серебряних? Так. А, точно. Отлично. Так, первый мутант, точнее, мутант первого уровня получает 42 2 серебряных монеты в час. 42 2 серебряных монеты в час. Так. А вот уровни Венима на максимум 24 пока что. 1008 монет в час. Так что где-то я бывает 100 штук забираю, 200. А если он и, ну, забывает заходить, то и 300 могу забрать. Не знаю, сколько через неделю, если не заходить, получу. Но я не буду проводить такие эксперименты. Я хочу играть в игру. Так. Так, подивлюсь, сколько у меня аптечек. Так, большая аптечка, только 3 штуки. Так, а ну-ка. Блин, рубаки, ну самі нелюбимі мої. Вони враги демонов. Точнее, не враги, а по силі враги. Точнее, сильнее. Так. Так. А, не-не-не. Я как-то вот так возьму. И, конечно же, демона. Проиграю, так проиграю, а если улучшу, то хорошо. Ну, в несколько уровней, ну, точно. О, звук появился в игре. Точнее, в песне. Эй, сразу убили гады. Хотя, неудивительно, он же только первого уровня. Так, атакую максимальной атакой. Точнее, массовой атакой, а не максимальной. И все, я победил. Так, сразу 5-й уровень. Так, ну ладно, не подивився я атаку. Ай, ладно. Хоча, ладно, провірю на другому. Так, где этот демон? Ну и Капитана Мира, шо.
Капитан Мир тоже Шулидин. А, забыл, наверное. Так. Так, пока что кажется, он на меня не очень сильно. Итак. Не было. Ну так. Вроде не очень сильный, но буду улучшать. Ладно, на этом все. А ну-ка.